Друзья, мы продолжаем наши заметки художественно-живописные. И судьба нас занесла на берега Рейна. Есть такой городок, называется Коблинз. Он находится на слиянии трех рек. Но вот в данный момент мы с вами находимся на слиянии двух рек. Это вот слева от нас эта река вот будет Мозель. А вот там прям по курсу камера показывает Рейн. И вот сейчас Мозель. Вот этот мысок, на котором мы стоим, он сделан в форме носа корабля. Здесь, значит, всякие флаги расставлены. Всевозможно стилизирован. И вот наверху стоит памятник. В общем, я еще не успел посмотреть, кому это памятник. Не буду вас обманывать, но такой грандиозный дядечка на симпатичном коне. В общем, со всеми атрибутами. Такой серьезный мужчина. Значит, справа от Рейна тоже замок, проходит железная дорога. Мы почему сюда не приехали в этот городок, потому что как-то мы вдоль Рейна, на этой железной дороге путешествовали по Германии. И вот вернулись, чтобы погулять по этим живописным местам. Очень живописный городок, расположился вдоль этих берегов. Вот старый город, вот туда мы с вами и направимся. Вот у нас круизные пароходы, которые по Рейну отправляются в путешествие. Смотрите, эти панорамные каюты, мне понравилось. Вот кто еще не решил, путешествует ли ему по Рейну вот на таких кораблях, очень рекомендую. Вот меня поразили вот такие вот просторные широкие каюты. Сплошное удовольствие. Очень часто реки выходят из берегов, и вот мы увидели, вон у нас тетя такая в ластах сидит, видимо, ждет свои доли, когда уж река подойдет, вот, чтобы ей было не так высоко прыгать. Такой смешной интересный факт. Вот и красивый инь и янь, принадлежащие этому городу, и симпатичные балкончики. В центре города есть дом вот, на фасаде фрески, датированы 19-11 годом. Вот, ну, не Леонардо, но тоже прикольно. Communication Tube. Там сейчас Надя вон с той стороны далеко стоит. Будет послание. Уважаемые друзья, приглашаем вас на наш теплоход под названием «Пейзажные путешествия». Осталось 2 минуты до посадки. Просим всех занять комфортабельные места и наслаждаться пейзажами и красивыми видами Европы. Ахтунг, ахтунг, hello everybody, come on. Вот такое вот путешествие, напутствие от нас.